Всем привет! Меня зовут Ирсен Кудякова, и вы смотрите канал Bridge TV. И сейчас мы представим вашему вниманию чарт самых актуальных мировых видеоклипов в программе ТОП-10. Сегодня нас ожидают интересные новинки, взлеты и падения. Приступим! Нижняя строчка нашего чарта достается Аврил Лавин и ее последнему творению «Hello Kitty». По словам певицы, клип был снят специально для ее японских фанатов. Возможно, поэтому реакции на клип быстро охладели, а сама работа у нас сегодня лишь под номером 10. На 9-й строчке у нас первая новинка этой недели от певицы Сии. Для тех, кто не в курсе, за плечами девушки музыкальная карьера длиной почти в 20 лет и авторство песен для мировых суперзвезд. Впрочем, и с сольной карьерой Сия справляется вполне неплохо. Доказательство чему новый клип «Чандалия». 9-е место. Чуть выше новинки от Сии у нас прибывает старый друг Дэвид Гетта, чье творение «Shut Me Down» – давний гость нашего чарта. С прошлой недели неувядающий хит поднялся на одну строчку вверх и сегодня занимает у нас позицию под номером 8. А 7-е место сегодня достается Бейонсе. Суперуспешная певица недавно была отмечена в новом для себя рейтинге, наряду с Шакирой став одной из самых влиятельных звездных мам. Ну а музыкальные плоды Бейонсе в виде клипа «Pretty Hearts» мы увидим прямо сейчас. Певец Араш сегодня опередил красотку Бейонсе на одну строчку. Хотя музыканту все же не позавидуешь. Ведь в прошлой неделе Араш выбыл не только из тройки, но и из пятерки самых актуальных мировых видеоклипов. Так что сегодня хит «One Day» лишь под номером 6. Середина нашего чарта достается еще одной сегодняшней новинке от Энрике Иглесиаса. Певец отвлекся от модных танцевальных ритмов и предался летним испанским ритмам, которые, как всегда, вне времени. Оценим летнее творение Энрике Иглесиаса прямо сейчас на 5-м месте. Кельвин Харрис, занявший сегодня 4-ю позицию, недавно вкусил славы на поприще своего Инстаграма. Ведь число желающих понаблюдать за звездной жизнью британского диджея перевалило за миллион. И вполне вероятно, что волну интереса спровоцировал в том числе и последний успешный сингл музыканта «Summer». Друзья, с вами Ирсен Кудякова, и вы смотрите канал Bridge TV. И мы добрались до тройки самых актуальных мировых видеоклипов этой недели в программе ТОП-10 на канале Bridge TV. И если вы думаете, что наши новинки закончились, то ошибаетесь. Суперуспешная колумбийская певица Шакира феерично дебютирует у нас с новым клипом «Dare». Оценим горячую новинку на 3-м месте. Модный герой музыкальных чартов многих стран Фаррелл Уильямс не сдает позиции и в нашей программе. Свежий хит Мэрилин Монро уверенно набирает обороты и сегодня поднимает его автора до 2-го места в нашей программе. Друзья, позади 9 мест нашего чарта, так что пришло время узнать имя победителя. Но для начала о грустном. Из наших рядов выбыли Рики Мартин, Джастин Бибер, а также дуэт Шакиры и Рианы. Но зато появились интересные новинки, что, впрочем, никак не сказалось на сегодняшнем лидере – Леди Гаги. Певица вновь возглавляет наш чарт с хитом GUI, попутно пребывая в большом мировом туре, на котором обязательно не обойдется и без последнего хита – GUI. Друзья, на сегодня все. Солнечного вам настроения и только самой лучшей музыки. С вами была Ирсен Кудякова, и вы смотрели программу ТОП-10 на канале Bridge TV. Пока!